Изначально, а там потом уже из этого, наверное, что-то и сделаем. Конечно, как вы сюда попали? Да. То есть вы откуда, где? Вообще Архангельская область. Родина Деда Мороза, знаете где? Да, понятно. Устюг какой-нибудь, да. Великий Устюг, да. Это наши соседи. Да, а соседи, а мы на 70 километров севернее. Понятно. Архангельская область. Там Вологодская область, а у нас Архангельская. Да, ну так путешествовать люблю. Понятно. Вот, в свое время дала такая жизнь возможность, как бы работа и жизнь дала возможность попасть на юг. Потому что я так, допустим, на юге не был, сколько лет, 5, наверное, назад, да, начали ездить? Первый раз, да. Да, первый раз 5 лет назад поехали на юг. До этого много было мыслей, ездили Урал, Вологодская область, вот те регионы, да, ну тоже смотрели, было интересно вообще, скажем так, искали место, где жить. Потому что, ну, то наш город не то чтобы удовлетворял, ну, хотелось чего-то потеплее. Другого. Не только. Там больше касалось другого, коммуникации. В то время город был у нас совсем так не очень развит. Хотелось больше коммуникации и больше как бы и для себя, и для детей. Понятно. Все. А детишкам сколько? Учеба. Ну, у нас трое. Дочки. Поздравляю. 14. Да, дочке 14, младшему 3, а средний сейчас первый класс пойдет. Слушайте, так вы выглядите гораздо, ну, молодо выглядите. Северяне, замерзшие. Даже не дал бы. Дал бы лет 30, не знаю, насколько это реально. 10 лет. 40. А мне 38. Понятно, я ошибся на целых, понятно. Вот. Ну, началось что? Приехали первый раз на море. По путевке, Газпром, слава богу, да? Да, съездить. Ну, работа с ним, с этим связана, да. Задача. Дали путевку горячую, съездили первый раз на юг, еще на машине. Ездить надо на машине. Да. Потому что видишь, все регионы приезжаешь. Да, да, сравниваешь да. Просто-напросто. Где кто как живет, да. Вот. Один раз съездили, второй раз съездили. Потом мысль возникла, ну, разница между севером и югом, в принципе, вот по доходу, по достатку, по возможностям, мало отличается. Возникла мысль, зачем там раз в год вывозить детей на юг, да, для того, чтобы здесь оказаться, погреться. Почему бы не переехать просто-напросто на юг, жить здесь. Понятно, потом, а профессии какие у вас? Я инженер-энергетик. Энергетик, то есть связаны с железной дорогой, да? Нет, вообще инженер-энергетик я в широком смысле, потому что... Промышленная энергетика. То есть я здесь? Нет, я не здесь. А. Я работаю вахтами. Понял. То есть на период как раз переезда, всего изменения, скажем так, к этому двигался. Сейчас работаю на севере, на Ямале. Здорово. Вот, поэтому семья здесь, я зарабатываю месяц через месяц, езжу туда-обратно. Хорошо, почему горячий ключ? Почему, скажем, не Анапа, не знаю. Южные эти прибрежные города отмели сразу. Просто поездив, там два самых тяжелых сезона. Это летний, когда куча приезжающих, и зимний. Потому что море, я сам служил на флоте. Я знаю, что такое море в зимний период. Ветра такие. Конечно. Нет. Ничего хорошего в зимний период море не дает. В летний, ну, смысл, ты не выйти, не отдохнуть не можешь. А просто в горячем, ну, читали. У меня больше супруга, конечно, этим занималась, как бы читал по форумам по городам. То есть все-таки форум горячего ключа. Ну, вообще да. Южин, да. Вот форум, до этого я изучала форум, прежде чем приехать первый раз на разведку. А потом поехали. То есть с меня уже была техническая часть. Съездить, свозить, посмотреть, где, что, как, оценить для себя. Да, приехав зато подкованными, пошла смотреть. Это знаю, вот все, вот просто вот смотришь, и все знакомое уже, потому что уже информация была. Ну и плюс еще коллеги, мы же еще не только рассматривали, тут несколько нюансов было. Во-первых, мы искали город, который был бы чем-то похож на тот, в котором мы жили. Небольшой. Город. Да, небольшой, но там, в этом городе должно быть все. Школы, садики, там, ну, инфраструктура, магазины. То есть, чтобы себя не чувствовать как-то, ну, вырванным из одной, грубо говоря, из одной ниши и вставленным в другую. Вот. Мы искали в том, чтобы переехать в такой же город, но при этом в этом городе были те плюсы, которые мы искали. Понятно. У нас не было плюса такого, что большой город рядом. Тут есть Краснодар. Да, 50 километров. У нас, да, до ближайшего города более-менее нормально. 700, 600. 300 километров. До Кирова. 400 километров. Да, Архангельская, это областная, да, центр у нас.
600 700. Ну, на северах это считается недалеко. Да, до Вологды 500. То есть это ребенку выехать на учебу, это будет не менее 300 километров. Ну и приехать к нему в гости, там его проведать тоже. Да. Это... А то есть они учились в интернате? Нет. Это я говорю про высшее учебное заведение. Мы на перспективу. В Котласе тоже есть филиалы института. Ну, это все филиалы. Все это, все филиалы, это образование, как бы, которое я, допустим, сам тоже вынужден был заканчивать. Потом уже заочно, например, сначала Киров, техникум, да, потом в Киров должен был ехать. Я заканчивала в Вологде, в Архангельске. То есть это все... Постоянно, да. Итак, сначала вы изучили информационную часть, в том числе и форум «Горячего ключа». Замечательно. После чего вы сюда решили переехать, да? Нет, сначала мы решили посмотреть. А, я понял, переехали. Ну, я понял, я пропускаю этот этап. Да. И выбрали «Горячий ключ». Да. Отлично.